Вот и закончился очередной лагерь. И снова поездка. 8 апреля 92 года. 20 часов. Швейцария, Монтрё. Апрель на сцене Дворца Конгрессов. Исполняется 9 произведений. Мертвая тишина. И вдруг шквал аплодисментов. На следующий день Корабель проснулся знаменитым. И сейчас я приглашаю на сцену наших Ленинграда. Поздравления Вакуум, 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 вак
всего мне жить.